реабилитация, как назовем ее отдельный вид искусства, в принципе, носит в себе уникальность, потому что каждый инструктор лечебной физической культуры, массажист, эрготерапевт вкладывает туда свое сердце, душу, полностью погружается в проблему человека. В этом и, наверное, является уникальность данной профессии. Особенность реабилитации в целом это то, что мы стараемся помочь человеку вернуть то, что он когда-либо утратил, потому что на данный момент проблемы, скажем так, инвалидности, проблемы заболеваемости очень, очень высоки. И в связи с недостаточностью количества кадров, потому что данная профессия носит не только медицинский, но и социальный, психологический фактор, очень тяжело найти хороших специалистов, которые полностью готовы отдать себя своей профессии. Могу сказать, что да, для республики, для населения Республики Казахстан именно реабилитация как социальная, так и физическая носит очень большой смысл, наверное, потому что мы даем возможность людям восстановить утраченные функции и вернуться к обратной жизни, которая на уровне республики оставит свой след. Данные люди, восстановив все свои функциональные особенности, могут вернуться на обычную привычную работу, вернуться к привычной жизни и далее помогать развиваться нашей стране.